Рая. Анатолий Секер, частный адвокат. А, не бывает же государственных адвокатов, да? Нет, бывает по обозначению, но вообще-то адвокаты они все. Адвокат. Есть коллегия, член коллегии адвокатов. Все ясно. Николаевская областная у нас коллегия. А тебя еще что-то называют так, адвокат мафии. Было, сейчас уже нет. Уже нет, да? Я адвокат братвы. Адвокат мафии. А, адвокат братвы, да? А что, просто братвы нет, или ты уже не адвокат братвы? Я уже адвокат братвы просто. Братва есть, да? Это уже дорого стоит. Адвокат есть. Потом, когда мы сделали пару обысков, когда мы сделали прессу, когда я сказал, что в Киеве это от милиции, поэтому я... Ты сказал, все, я больше не адвокат. Ты больше не адвокат. Я лично адвокат Таразини, ментеглиция должна. Я понял. Так что это такое? Ну, я скажу честно, значит, по наркоманиям это проблема старая, древняя и... Вечная. Пожалуй, вечная. Преодолеть ее, как говорится, как и мафию. Победить нельзя, можно только возглавить. Что делает наша милиция, возглавляет это движение. Татулик, ну я тебя прошу, мы же договорились. Но, к сожалению, что ты ничего не говоришь лишнего, чтобы я потом не вырезал. Я не умею, во-первых, вырезать раз, ничего не будет вырезаться. Во-вторых, я тебе еще раз говорю, что, вот, ну честно, мои личные впечатления, но это впервые, по-моему, впервые вот закрыть Делириум, ночной клуб. Ну, с игровыми автоматами поступили не менее резко. Закрыли игровые автоматы. Ну, представь, То, что там есть подонки, то, что есть там пидорасы, я их другим словом не... Это пидорас, это литературное слово или нет? Нет. Уже нет. Как их тогда назвать по-другому? Гомосексуалисты. Гомосексуалисты, то и милиции стыдно. Ты знаешь, я разговаривал с милиционерами на самом высоком уровне, и они говорят, ну есть у нас подонки. Я вот сейчас защищаю несколько человек по наркоте. Не понял. Наркобарых защищаешь, что ли? Нет, вот, к сожалению, не наркобарых, а напасных наркоманов. А наркобарыхи остаются в тени всегда. Ты просто наркоманов, которым... Которые попались случайно, у которых не было денег откупиться. И которые... вот тебе простая... Ну, рассказывай тогда, поподробнее рассказывай, что там. Нет, это нельзя рассказывать. Ну, я имею в виду, что можно. Для 65 миллионов русскоязычного населения мира. Я в интернете выкладываю все. Ну, я не знаю, как тебе сейчас все начать. Дело в том, что говорить можно много и... Главное, что проблема эта, конечно, и существует и в развитых странах, и не меньше, чем у нас. Но если... Толик, мы не выясняем уже, вот давайте честно скажу, мы не выясняем, историю это потом мы будем выяснять, мы не выясняем, кто виноват. Меньше всего хочу винить в этом милицию. Что делать? Виноват, что два вечных вопроса. Кто виноват и что делать? Да, вот что делать? Нет, делать правильно, делайте все правильно. Надо бороться, надо закрывать такие притоны. Значит, бороться, главное, с наркобаронами и с наркобарыгами. Брыгами. Да. Вот это. А есть в Николаеве наркобароны, кстати? Ну, баронов не знаю, но барых много. Барых, а сколько, вот плюс-минус? Ну, как правило, это цыганский бизнес. Большинство, вот эта окружная дорога Октябрьская, Слободка, все такие неблагополучные районы, частный сектор, там все сидят, все знают, где сидят эти бары, кто торгует наркотой. В шприцах уже разведенная, там, ну, доза сейчас стоит, не помню, сколько в последний раз, минимум что-то было 50 гривен, там, и более, 100, что-то, ну, суммы такие, я помню, что когда это было и 8 гривен, когда это было, сейчас уже это, по-моему, 80 стоит, где-то чуть не 10 долларов порция, там, 5. Пятикубовым шприце там налетает. Что, адресочки скажи парочку? Милиция знает адреса лучше, чем я их знаю, поэтому... Милиция знает, да? Иногда говорят, у меня такой был подзащитный, который... Ну, его взяли с дозы на кармане и сказали, что... Только не говори, где ты взял. Скажи, кто знакомый человек. Вот тебе борьба с наркоманией. Короче, тут сходится, и, кстати, мнение многих людей, что желание милиции, желание власти, то можно у нас достаточно быстро все это побороть. Как и в любом бизнесе запретном, значит, есть свой сладкий плод, деньги. И наркобизнес, как и проституция, как и торговля оружием, никогда еще никто не снимал с тех прибылей, которые они получают. И в том числе и в Николаеве, и везде. То есть получать деньги... Толик, мы не можем, они же не делят пришли и делят на всю милицию. Нет, конечно. Там же, наверное, какие-то есть очень ограниченное количество. Ну, есть вот как ты? Есть подразделения в каждом отделе, которые, значит, занимаются этой борьбой, значит, в каком-то районе определенном. Ну, если бы нормально, если нет, я не думаю, что там все там коррумпированы, все, значит, схвачены. Есть люди нормальные, все люди борются, пытаются бороться. Есть люди, просто которые масса примеров по Украине, Запорожье, там арестовывали начальников этих отделов. Да в Николаеве уже человек 5 арестовали ментов. Ну, это ж никак не предел. Люди всегда были, есть были такие, которые
этим буду заниматься, потому что это деньги. Деньги, все. Бабло, больше всего. Хорошо, Толя, заканчивается наше эфирное бесплатное время. Да. Во-первых, я тебя хочу пригласить в наше движение. Родители против наркотиков. Ты же родитель? Ну, конечно. Ты родитель. Тоже, конечно. Хочу тебя пригласить в наше движение. И ты как бы уже, как бы вот... Ну, мне трудно будет говорить, почему. Потому что я историю этого движения знаю очень давно. И знаю, какие были проблемы при советской власти. Сейчас какие проблемы. Немного что-то, не сильно много что-то изменилось. Вот, бороться, конечно, надо. То, что не, подожди, ты вступаешь или нет? Вступаю я же. Вступаешь. Взносы у нас не надо платить. Мне Гаркуша говорит, вам же взносы не надо платить. Я говорю, вы партбилеты не выдаете? Не, партбилеты мы не выдаем. Взносы платить не надо. Это движение благородное, нормальное, как бы нет возражений. Толик, ну и пожелания, Толик. Пожелания. Пожелания? Пожелания нашему. Искоренить наркобизнес в Николаеве. По крайней мере, чтобы в Николаеве нельзя было купить таких типа молодежных кафе или там где-то купить свободную наркоту. Это главное пожелание. Чтобы кто хочет, кто потребляет. Хотя в некоторых странах дают добро там Марии и Хуане. Вот, но чтобы Николаеве только было поменьше. У нас хватает других проблем и без этого. Спасибо. Такое пожелание.